Так, ну что, мы поднялись. Что надо сказать? Во-первых, пещера, она не такая большая. Ну, то есть она очень большая, масштабная, но она еще длинная, да, то есть здесь много не походит. Вот, то есть две залы, грубо говоря. Один вот этот вот, он открытый, здесь на потолке прям много-много освещения проходит. Вот, здесь много обезьянок, вот на этой стенке в основном они бегают, прыгают. Пойдем поближе. Пойдем поближе, они посмотрим. Они все решили наверх упасть. Да, ну у них там этот совет обезьяний, и вот они убегают. Вот это чириканье, это обезьяны на самом деле. Да. Совершенно верно. Вот, значит, собственно, вот это вот такой открытый холл, грубо говоря, и вот там вот, через который мы прошли, так называемый закрытый холл, да, без естественного освещения практически. Ну, то есть туда свет, естественно, попадает, но уже не сверху, а сбоку. Вот. На самом деле очень красиво. То есть вода, известняк, много времени, и получаются такие удивительные узоры. Вот сверху везде капает вода. То есть вот здесь, где открытое небо, здесь даже хорошо, потому что она не капает. А когда идешь вот уже известняковым сводом, то практически везде капает водичка. Вот, давайте еще обезьянок покажу. Вот они тут тусят массово. Вот, тут парочку храмов есть в этих пещерах. Есть что-то платная пещера с отдельными храмами. Не знаю, стоит ли туда идти или нет. Подумаем, посмотрим. Потому что особо больше планов-то никаких нету. Летучих мышей мы, кстати, тут не видим. Здесь очень много голубей. Вот. Видели пару или тройку петухов. Ну и, собственно, сейчас, наверное, вам покажем вот эту внутреннюю пещерку. Вот, собственно, внутренняя пещера. Вот там вот вдали брежит свет, там вход в нее. И вот она так выглядит. На самом деле, мне кажется, слишком благоустроена. Из-за этого теряется атмосфера частично. Вот эти уже своды каменные не столь кажутся интересными, что ли. Так, фокус, есть фокус. Вот, слишком светло, слишком людно, слишком шумно. Много торговли там, ну и так далее, и так далее. Вот, ну, собственно, вот такие вот Batu Caves. В принципе, наверное, точно стоило того, чтобы посетить, чтобы посмотреть. Подобного размера и размаха пещер мы еще не встречали, да? Да. Если соляные шахты не считать, которые там в Польше, но это же не пещеры, это там другой немножко. Вот. Здесь, конечно, масштаб... Потрясает. Потрясает? Да. Да, прям берет и трясет. Угу. Так вот, да. Ну все, ладненько. До новых видео, встреч.